Арбуз, 12 килограмм. Звук. Визуально. Хвостик сухой, оторванный. Пятно, на котором лежал арбуз, небольшое, но должно быть. Окрас арбуза, ну, такой, как обычно. Полоски достаточно хорошо видны. Посмотрим, сравнить звук и что там будет внутри. Смотрим, какой он окажется. По стеклу. Просто хочет сам уже разорваться, его просто распирает. Такой звук был, и вот, вот его режешь, он прямо весь вот хочет, и вот пошел прям аромат. Вот, абсолютно красный арбуз, запах просто обалденный. Попробую серединку, как она на вкус. Такая серединка. Арбуз класс. Сахар пропал. Можно прям чай пить. Арбуз попался классный. Звук был. Сами слышали, какой. Вот так звучат. Должны быть красные арбузы. Ну, на расцветку тоже надо смотреть. Видно, что он созревший был. Просто запах и хороший, не такой не ватный. Красивые дольки. Сочный. За раз у вас есть сложно, конечно, будет. Я нарезал быстро. Такие дольки красивые.